Сегодня 1 декабря, и мы решили снять рождественский влог и показать вам рождественскую атмосферу в Берлине. Мы сейчас находимся возле одной из многочисленных ярмарок в Берлине. Это находится возле станции Зоологишер. И, в общем, хочется сказать, что в Берлине вот сейчас, вот в этот рождественский момент, как только наступает вечер и ночь, просто вот некоторые части Берлина превращаются в сказку. И этот район, Зоологишер, он тоже превращается в сказку. И мы вам покажем, как здесь красиво и вот как здесь дух Рождества. Главным праздником в Германии считается Рождество. Рождество всегда немцы празднуют в кругу семьи, в теплой, уютной обстановке, дома обычно, и 24 декабря дарят друг другу подарки, и все очень мило и уютно. А Новый год немцы встречают обычно шумно, в компании друзей, где-то на улице или в ресторане, или баре. И никаких подарков, никакой теплой, уютной атмосферы, больше просто вечеринка. Мы сейчас зашли на эту ярмарку, и здесь очень много людей, очень много рождественских домиков, в которых продают всякие сувениры со всей Германии. В общем, мы пошли смотреть в то, что продают. Здесь воздух просто пропитан глинтвейном, пряностями, вкусными колбасками и так дальше. Очень вкусно пахнет. Настоящим Рождеством. Также здесь на ярмарке можно купить дрезденский пирог. Это специальный рождественский кекс, в который входят цукаты и орехи. Очень вкусно. Рождественская ярмарка – это просто рай для сладкоежек. Здесь миллионы видов пряников, марципанов, запеченных яблок и всяких орешков в пудре, в пряностях и так дальше. Все интересно попробовать. Можно скушать блинчики или бельгийские вафли с самыми разными начинками. Здесь также можно и просто покушать. Здесь очень много видов жареного мяса, стейков, колбасок и так дальше. В общем, большой выбор. Вы можете встретить здесь много видов бутербродов и даже с салом. С салом! Представляете, в Германии тоже едят сало. И, конечно же, здесь очень много точек с разными украшениями для дома, для елки, для рождественского стола. В общем, все на любой вкус можно найти.
Также ярмарка есть на Александерплац, вход стоит 1 евро. И если вы хотите попасть туда бесплатно, то бесплатный вход там с 11 до 2 по будним дням. А, например, на этой ярмарке вход абсолютно бесплатный, свободный, заходите и смотрите. Snow starts to fall, then you know it's Christmas. Также в Берлине есть сказочный магазин, который я только в фильмах видела, из фильма «Один дома». Помните, когда этот мальчик ходил, с игрушками игрался? Вот здесь есть такой магазин, здесь очень красивые витрины, и там внутри очень много очень милых, красивых подарков. Шестого декабря к детям приходит Святой Николаус и хорошим детям дарит подарки, а плохим – розги. Также в Германии есть такая традиция. Здесь существует такой адвент-календарь. То есть это календарь с 24 окошками, которые символизируют каждый день. До 24-й это уже день Рождества. Обычно сюда ложат какие-то маленькие подарочки каждый день. Обычно это дети достают подарочек за каждый день. И вот так вот, таким вот образом считают дни до Рождества. Очень милая традиция. Существует, конечно, очень много разных вариаций этих календариков. И также позже в видео вы увидите, какие можно купить в супермаркете. Также в Германии есть такая традиция. За 4 воскресенья до Рождества на стол ставятся 4 свечи. И каждое воскресенье зажигается по одной. Поэтому здесь в магазинах вы часто сможете встретить наборы из таких 4 свечек, которые красиво украшены. И теперь вы знаете, зачем они нужны и что они символизируют. Christmas, when the snow starts to fall, then you know it's Christmas for the children above all. Then you know it's Christmas, 'cause Santa's on his way. We'll stand under the mistletoe, and then it's Christmas Day. The joyful times we witness forever stays with us. Soon Rudolph hears his whistle and gathers all his friends. When Santa and his missus wraps the final gift, you know it's time for Christmas. Помимо ярмарок, рождественских магазинов, здесь еще, конечно же, есть рождественские витрины. И каждая уважающая себя компания, естественно, сделала витрину в рождественском стиле. И вот Rolls-Royce тоже сделали. И у них очень-очень-очень круто получилось. Snow starts to fall, and then you know it's Christmas for the children above all. Then you know it's Christmas, 'cause Santa's on his way. We'll stand under the mistletoe, and then it's Christmas Day.
И мы подошли к последней части нашего рассказа про Рождество. И мы в супермаркете в отделе сладкого, и я вам покажу кое-что, что я хотела вам показать. Хотела я вам показать, что здесь тоже продаются разные Дедушки Морозы, зайчики, зверюшки новогодние в виде шоколадок. И это очень милая традиция, похожа на нашу. Также в супермаркете тоже продаются самые разные виды марципанов и конфеток с марципаном. И вот это самое вкусное и самое знаменитое – Моцарт. А вот те самые адвент-календарики, но просто от производителей шоколада, которые в эти окошки вставляют, естественно, шоколадки. Ну вот, наш рождественский влог подошел к концу. Надеюсь, вам было интересно. До следующих видео. Счастливого Рождества! С наступающим Рождеством!